Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы продолжаем с вами играть в Minecraft versus Борки Прожи Казан. Сняла тут панели, мне тут очень сильно нужна энергия. Вот я снял себе, как сказать, солнечные панели второго уровня и хотел их перевести во второй уровень, ну, в третий уровень. Немного я покрафтил, энергия расходуется просто неимоверно. Так, Для того, чтобы улучшить, нам потребуется что? Желтый и красный. Ага, вот желтый и красный кубик. А че его не крафтил? Странно. Давайте скрафтим по-быстрому. Все, пусть делается. Также еще сегодня также займемся другими заданиями. И еще также энергию будем вырабатывать то, как нам нужно. Почему ты не крафтишься? Рамка усиленной энергии. Свинцовая энергия. Тьфу, ты не то и скрафтил, извиняюсь. Ну ладно, потом пригодится. А, из нее же и делается. Лол. Так, где? Вот она. Все, солнечная панелька у нас готова. Долго не думая, сразу ее сейчас поставим. Пусть пока работает. Так, дальше. Задание будем потом сдавать. Можно сделать большой ветряк. Ну, по идее, нам нужно его сделать. Но. Пока я не знаю просто, как установить. Ну, у меня была попытка одна. Что-то непонятно, как он работает. Ну, да ладно. В итоге нам нужно 4, 8, 12 штучек. 12 на 2. 24 фабрика. Хорошо. А у нас сколько там было? Вроде, если не ошибаюсь, я крафтил. Нет, это только делать. Понятно. 24 штучки. Хорошо, ставим на крафт. Должен быть у меня рецепт. Вот он. Ровно 24. Нам, говорит, не хватает 311 ниток. Что с этим можно сделать? А с этим можно сделать вот что. У нас вот есть такая штучка. Раз. А, 3 штучки всего нужно. Тьфу ты. Хорошо. Бежим сюда. Делаем тут себе шаблончик. Сразу находим место, куда его можем поставить. Пусть будет тут. Сейчас что он нам скажет? Хватает или нет? Тоже, говорит, не хватает. Блин. Это плохо. Секундочку, сейчас бегаем. Может, тут нитки у нас завалялись. Тут понемногу я так разгребаю. Да, нитки у нас есть. Всего 3 штуки. Тьфу ты, ё-моё. Как много-то. Печалька. Ладно, давайте тогда не зацикливаться на этом. Выполним пока другие задания. Генетик генератор. Вроде ничего трудного. Опускаем вниз. Так. Есть ли у меня рецепт? Рецепта у меня нету. Эх, ну ладно. Так, это у нас делается медь. Угу. Раз, два, три, четыре. И решетки. Этого будет достаточно. Раз, два, три, четыре. Так, железо. Кстати, железо у меня уже 3000. Вообще шикарно. Пока копится. И какой-то темный слиток. Вот этот. Темная сталь. Ошибся, значит, не он. У меня были еще какие-то. Вот это, точно. Шикарно. Это мы с вами задание выполнили. Ну, сдадим. Чуть позже, когда ветряки сделаем. Тут делаем мы с вами термоэлектрический генератор. Я уже приготовил так небольшой набросок, как это у нас будет стоять. И осталась сталь. А, вот, сталь у меня есть, супер. Готово. Сразу давайте будем сдавать здание. Кстати, извиняюсь, в прошлой серии я забыл сумочки открыть. Но я их приберег.
Так, водяное колесо нам говорят, сделайте. А как оно? А, знаю, как делается. По идее, нам нужно 20 хотя бы палочек. Так. Все верно. 3-4. Так, маловато. Вот так вот, думаю, нам будет более-менее чем достаточно. Ну, почти достаточно, ладно. 5. Это то есть 4. Еще 2 штучки нужно. А, вот, хватит. Будем делать сразу 3 кольца. О, нормально. Так, выставляем все тут. 3 колеса. Готово. Это мы с вами сделали. Тоже сдаем здание. Дальше что-то тут нужно сделать. Легкий инженерный блок. Промышленность, соковыжималка. Легкий инженерный блок. Увлажнитель. Какие-то, наверное, многоблочные структуры, которые я ни разу в жизни не видел. Поэтому пока их не трогаю. Так. Нам потребуется что? Колеса и генератор. Это мы с вами ставим здесь. Правильно вроде? А, нет, неправильно, наоборот. И колеса. Главное выбраться отсюда потом. Ага, как же выберусь? И чуть-чуть у меня тут не хватает. Все-таки нужно еще на один блок расширить. Я вот не знал, сколько мне примерно пригодится. Но, видимо, побольше. Здесь все сразу ломаем. А, не достаю. А вот. Так, сверху. Если мы тут будем заливать, нет, нам нужно вот такой вот слой сделать. То есть я просто по одному слою с каждой стороны в минус ушел, ну то есть не доглядел. Как-то так. Ну зато сразу увидите, как можно сделать по-быстрому, так сказать. Водяной мельница, ну, да, типа водяная мельница, да, она самая. Делаем такую незамысловатую схему. И еще с другой стороны нужно это будет сделать. Надо было сверху сразу это все делать. На что не пойдешь ради энергии? Да тьфу ты. Да, бесит полублоки. Сверху ничего не буду закрывать, по бокам тоже, пусть будет так. Для начала сойдет. Так, теперь нам нужно что? Нам нужно всего лишь 3 ведерка с водой. Сразу избавлюсь от всего лишнего. Так, 3 ведерка. Вот они. Так. Раз, два, три. Все, поднимаемся на самый верх. Как я опасно тут прыгаю-то, а? Либо, мне кажется, как-нибудь в лаву попаду, либо упаду опять. И ровно... Нет, не ровно посередине, или ровно... Хотя... Предлагаю закрыть тут. А здесь вот так вот залить.
Так, две уже наши створки поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Неплохо. Закроем это дело так. А с другой стороны, как у нас идут дела? Блин. Здесь вроде все отлично. Так. Закрою для эстетики сразу все дыры. Хотя... А, вот он. Ладно, тут не буду. Чтобы у нас мобы тут не спавнились на целых блоках, мы их закрываем просто полублоками. Осталось только, конечно, сверху закрыть. Но я даже не знаю. Ладно, давайте по-быстрому это сделаем. И потом будем уже вытаскивать отсюда энергию. Так, нормально. Хоть и не хватило, пофигу. Ну что ж, теперь надо нам подключить и вытаскивать отсюда энергию. Ставим его так. И подключаем хотя бы медным проводом. Так, энергия у нас пока еще есть. Супер. Мы с вами в это же время. Давайте займемся пока другими заданиями. Пока мы здесь все. Или... Что, все так же не хватает ниток? Я все хочу, очень-очень хочу. Не хватает. 300 ниток всего-то. Ладно, пробежимся по другим заданиям. Так, здесь на солнечную панель тоже зададим. Отлично. Следующая солнечная панель, 5 уровень. Это, конечно, будет трудновато. А мы с вами пойдем пока сюда. Камера обогащения. Это то, что мне 100% нужно сделать будет. Так. Делается вроде не так уж трудно. Заходим сюда. У нас две электросхемки должно уже валяться. Нам дали за квест. Блин, проще вот так вот делать. Обогащение. Так, сам стальной корпус у меня уже готов. Для тех, кто не знает, как он делается, вот. Я сделал тут на электризованной стали и осми. Так, дальше нам нужно железо и красная пыль. В чем я ошибся? Тьфу ты, наоборот. Ну ничего, бывает. Привык, что обычно все так рецепты делаются. Ладно, камера обогащения у нас есть. Зачем она нужна? Сейчас мы с вами берем хотя бы 32, 2 красной пыли и идем сюда. Проверяю тут рецепты. А, нет, это она не в рецептах. Она у меня просто стояла с краю где-то. Тоже не тут. Куда же тогда ее присандалить? Хотя, что я думаю, вот сюда поставлю. Закидываем сюда наш, хотя бы для начала, красную пыль. И она вся обогащается. Что это дает? Она сжимает ее, грубо говоря. И получается у нас тут такие пластиночки. Вот сжатый красный камень. Зачем он нужен? Мы с вами подходим к нашему металлургическому наполнителю. И закидываем сюда. Это его топливо. Тут же будут делаться наши электросхемки и так далее. Вот так вот. Это пока не оптимизировал я, пусть пока будет у нас так. Так, о, нам еще 3 дадут. Шикарно, давайте, чтобы она нам не мешала. Сразу закинем, пусть стоит тут. Хорошо, почти даже полную нафармили. Так, следующее задание, нет, сюда не пойдем, вот сюда пойдем. Энергетическая плавильня и дробитель. Нам потребуется 2 лавы. Так, 2 лавы. Как это по-быстрому сделать вот в таком моем режиме? Вау, отсюда просто довычерпывать.
Туда опять зальется потом. Отлично. Так, красная пыль уже есть. Это все есть. Осталось нам всего чуть-чуть закинуть. И забыл, что сверху. А, электросъемки. Нам нужны две электросъемки. Ставим на крафт. Говорит, осмия не хватает. У нас осмия есть. Но в чем проблема? То, что он у меня другой. Из другого мода. И он не поддерживает. Печально. Надо будет переделать мне рецепт. Как-нибудь. Так, для этого мы с вами заходим сюда. Да, вот именно сюда. Все, она работает. По идее, она так и будет автоматически делаться. Надо просто вот этот мой рецептик сейчас подправить. Я подправлю, наверное, за кадром. Но сейчас пусть пока работает. Сразу побольше сделал, потому что знаю, что их мало не бывает. Так, где они тут у нас? Вот. Все, дробитель у нас готов. Даже уже место для него у меня есть. Дальше энергетическая плавильня. Плавильня. Вот она. Ее же мы с вами сделаем точно так же, только еще стекло тут нужно. Что у меня со стеклом? А, ну есть. Как быстро, только мне прям нравится это. Дальше нам нужны будут трубы. Трубы, в свою очередь, у нас... У меня рецепт на них есть. Только какие универсальные. Вот такие, самые обычные. Нам нужно 8 штучек. Нам для этого понадобится всего 2 стальных слитка и 1 красный камень. Ну, пусть делается. Тьфу ты! Прошу прощения. Так нам не засчитаются они. Стальная и красная пыль. Ну, сталь, красная пыль. Нам нужно самим сделать. Да нет! Нет! Я ненавижу это все. Так, дробитель мы с вами ставим. Да, будет дробить. Или не то. Опилки. Да, вроде все сюда. А здесь что у нас? Плавильня. Да. Вот вспоминать, что где было. Наверное, тут. Нет, не здесь. В общем, пошел я пока накоплю энергию. И как накоплю, так сразу к вам вернусь. Ну что ж, я опять здесь снова с вами. Давайте уже доделаем. И будем уже закругляться, мне кажется. Так, где? Вот это нам понадобится. А также нам нужно будет сделать для труб... А, красная пыль. Подзабыл уже просто. Красная пыль у нас уже заканчивается, это очень плохо. Все, 8 штучек мы с вами сделали. Чтобы из них сделать, нам нужно обогащенный сплав. Еще раз понял. Для чего это я делаю? Ну, после следующего задания будут его сделать. Я просто уверен. Так, а чтобы из него сделать, нам нужно поболее штучка. Как, а, кстати, как она хоть делается-то? Нам нужен... Ага, понятно. Попозже тогда сделаем. В общем, сдаем задание, получаем награду. Плавящая фактори. Вот они, 3 штучки, которые нам нужно будет сделать по очереди. А, энергическая плавильня, вот она. Для чего? Я думал, зачем она нужна? Блин, я уже перевел на нее 120 тысяч энергии. Так, бежим сюда. Опять по стандарту, по шаблону расставляем. Так, и осталось 2 электросъемки. Так, это мы с вами сделали. Чтобы следующую сделать, нам нужно уже...
Во-первых, новые электросхемки, которые мы с вами сможем скрафтить тут. 4. Закидываем. Потом 8. Я ошибся. Извиняюсь. Или нет? Да, ошибся. Раз, два. Так, электросъемки еще не готовы? Вроде нет. Также нам потребуются где? Колесики. 4 штучки. Ну, кстати, что тут сумки делать? Не знаю, надо потом повытаскивать на них. Ну давайте, где вы? Где вы все? Или что так долго делается это все? Ой, печалька. А, здесь меня ждет, пока она все скрафтится. Окей. Так, колесики у меня пошли. Тут же у меня что? Это у меня делается из... А, опять же из колесиков. Угу. Хорошо. Давайте пока не накрафтится, пооткроем уже сумочки, наконец-то. Мне интересно, что там попадется. Проводочки нафиг. Фигня. Сердечко, хорошо. Руны тоже фигня. Это фигня. Кертартритовый абстрактор. Кстати, подскажите мне, что это такое, не знаю, что первый раз вижу. Говно мне тут дали. Жесть. О, титановый меч. Это хорошо. Урон 10,5. Мой пока меч 7. Маловато. Но мой-то хоть качается, а этот нет. Но зато прочности 3000. Ну ладно, посмотрим. Бэм. Хорошо. Конечно, я ожидал, что что-нибудь вкусненькое упадет в этих сумочках. Ну, как всегда. Ни черта. Все закидываем, чтоб не мешало нам. Так. Дальше. Идем мы сюда. Только два. А, нужно еще два поставить, потому что перебил крафт нам. Так, и насчет красных электросхем. Вот они. Раз, два. Раз, два. Отлично. Это мы с вами скрафтили. Сразу сдаем задание. Здесь мы почти сделали. Нам осталось только сделать элитный универсальный провод, который делается вот из такого. Ладно, давайте. Я бы сейчас, конечно, хотел бы закончить, но мне очень интересно и хочется самому. Давайте хотя бы это доделаем мы с вами. Вот хотя бы 5 пылек сейчас мы с вами измельчим. Ой, как он долго тут дробит его. Я бы, конечно, еще хотел бы напоследок открыть шанс. Ух, хотя бы один. Да, наверное, так и мы с вами сделаем. Так, после этого мы с вами закидываем вот сюда. Пошло дело. А, это не то. Тихо. Так, ну. А, вот они. Вот я думал, вначале нужно измельчить. Ну да ладно, не страшно. Так, вот сюда, да. Мы заливаем также. Не то я залил. Тьфу ты, блин. Взял, потратил я лишнее. Ой, убейте меня, называется. Так. Бегом. На всех парах мы делаем с вами один диск. После этого мы его забираем. И берем свои универсальные провода. А, это не те. И все. Все, диск готов.
Ладно. Оп, все отлично. Мы с вами это сделали. Сдаем задание. В следующей серии... Да, в следующей серии мы уже сюда с вами пойдем. Это 100%. 12 ветряков, это сколько энергии? О, точно. Вот сюда мы и пойдем. Ё-моё. Фух, как нефиг. Так, давайте напоследок. Подкрываем все, что я хотел. Куча труб. Вы издеваетесь. Я ими даже не пользуюсь. И опять фигню дали. Может, не фигня, если разобраться, конечно, в этом. Но пока что в данном случае для меня фигня. Ну что ж, давайте последний шанс. И все. Опа! Ну нам просто подфартило. Ну, еще хочу. Может, нам попрет? Ух ты! Ладно. И бахлик троицу. Нет. В общем, до следующей серии. Всем пока. С вами был Милтон. Не забывайте ставить большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал.